Снайперская винтовка «Корт» – самое мощное снайперское оружие в России. Крупнокалиберная снайперская винтовка «Корт». Патрон 12,7 на 108 мм. Емкость магазина – 5 патронов. Масса без прицела и патронов – 12,5 килограммов. Длина – 1420 мм. Начальная скорость пули – 850 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы – 1500 метров. Так как в этой винтовке применяется мощный крупнокалиберный патрон, то при выстреле следует ожидать и сильную отдачу. Ощущение от нее, пожалуй, можно сравнить с крепким ударом профессионального боксера в плечо. И если приклад при выстреле прижимать неплотно, то плечо можно, как говорится, отсушить. Причем отсушить так, что желание сделать еще один выстрел не возникнет. Но все эти неприятные явления при отдаче удалось существенно уменьшить. Этому способствует очень эффективный дульный тормоз. Благодаря его применению отдача снизилась в 2,5 раза. Дульный тормоз минимизирует и вспышку, возникающую при выстреле. Кроме того, неприятные ощущения от отдачи снижаются и за счет амортизирующего затылка приклада. Такое оружие, как правило, не используется против живой силы противника. Крупнокалиберную винтовку применяют для того, чтобы на большой дальности вывести из строя легкую технику, средства связи, радиолокационные установки и другие подобные объекты. Мы решили продемонстрировать мощь этой винтовки вот на таком примере. При съемке в замедленном режиме результат выглядит более впечатляюще. Пуля словно и не заметила препятствия. Арбуз получил удар такой силы, что раскололся блок, на котором он лежал.